Нет, скупой. Право? Да право же. Вы с этим за него и выходите, чтобы отдалить скорее. Об этом следует и в договоре упомянуть. А если через 3 месяца не помрет, так это ж с его стороны нахальство будет. Ну ой. Что, Фразина? Ох, боже мой, какой у вас личико, так и пышет здоровьем. Пышет, это у меня-то. Никогда вас еще не видала таким бодрым красавцем. Кровь с молоком. А ты шутишь. Что вы, у молодости вас играет. Вижу, вижу. Сколько я знаю, щеголей, они вам и подметки не годятся. Хоть и утро, то всего по 25 годов. Ну, так-то оно так, конечно, а мне все же уже 60 минуло. Ну что, что 60? Подумаешь, разве это старость? Самая цветущая пора для мужчины. Вторая молодость-то получше первой. Это верно. А все же неплохо было бы такой, ну, взять и лет 20 и скинуть с плеч долой. Вы смеетесь. Уж вам-то и нисколечко не надо скидывать. Вы крепыш. При таком сложении вы до 100 лет доживете. Ты думаешь? У вас к тому же все приметы. А ну-ка, дайте посмотреть. А, какая складка меж бровей. Это уж вернейший признак долголетия. Ты что, понимаешь в этом толк? Еще. Дайте-ка ручку. Сейчас посмотрим на ладонь. О, боже правый, какая линия жизни-то длинная. Где это? Да неужто вы не видите? Докуда линия доходит? Ну и что это значит? А вот что. Я сказала, что жить вам до 100 лет. А выходит больше 120. Ишь ты как, а не врешь? Ой, да помилуйся, вас ничем не прошибешь. Вы и детей похороните. И всех внуков переживете. А вот это я очень рад, очень рад. Ну, переходим. Как ваши дела? Ой, зачем спрашивать? Уж коли я взялась, так со всяким поручением справлюсь. А уж насчет любовных дел и сватовства всякого за пояс заткну. А уж ваш-то деться полегче будет. Матери расписала, как вы любуетесь на Марианну. И как вы возымели намерение на ней жениться? Каков ответ? Да мать, конечно, рада. Ну вот что, Фразина, мне нынче предстоит ужин закатить господину Ансельму. Так вот пусть и Марьяна там заодно и попирует. Ну, вот это дело. А вот... Самое главное, ты поговорила с матерью-то насчет приданого? Сказала ты ей, что ради такого случая нужно напрячься. Даже шкуру себя последнюю снять. Никто не женится на бесприданнице, нет? Не беспокойтесь. Такая девушка вам принесет доход на 12 тысяч евро в год. 12 тысяч? Ну... По меньшей мере. Во-первых, девица росла в бедности и приучена к воздержанности пищи. Ну, словом, здесь вы сэкономите 3 тысячи, не менее. Засим она любит опрятность, всегда будет одета чистенько, но скромно. Вот еще одну статью расходов скиньте. 4 тысячи, а то и более. А карты?
какая щучица нашлась. А где же здесь доход существенный-то? Ну, где? Ой, прошу прощения. Разве это не существенное, когда жена приносит приданное? Умеренность, скромность, щегольства не любит. Карту не выносит. Карту не выносит. А где же здесь доход? Ты думаешь, я так и дам согласие в получении всех вот этих вот описанных тобой добродетелей? Нет, мне подавай что-нибудь вещественное. Вот так. Ох ты, боже мой! Погодите! Погодите! А у них и землица имеется. Вот и приберете к рукам. Ну, насчет землицы-то это еще надо посмотреть. Но самое главное, вот что меня Фрадина беспокоит. Очень уж больно молодая невеста. А молодые имеют тягу такую тянуться друг к другу. Так и ну друг к другу. Как бы не пришлось раскаяться на старости лет, так? Как, что вы, как плохо вы ее знаете? Должна вам сказать, что и здесь у Марианны отличие от других девиц. Она терпеть не может молодых. Одни только стрелки у нее в чести. Вот диво. Не слыхал я про таких девиц. Да. И то сказать, то молодых-то толку мало. Ой, ну разумеется, за что любить молодых юнцов? Вот, ну вот. Кто на них позарится? Вот-вот. Я то же самое скажу. На что они годятся, эти молодые? Одни вот штаны мужские. Рубашку выпустит над тощим животом, разноцветные парики оденут. Ой, а на вас-то и посмотреть-то, Люба. Посмотришь, и сразу скажешь, вот настоящий мужчина. А как один, умеет женщину угодить нарядом. Так я, по-твоему, могу понравиться Мариане? Еще бы. Вы так хороши, что просто загляденье. А ну-ка, повернитесь. Пройдите три шага. Дайте посудить. Какая стать. Какая осанка. Сразу видно, что вас никакая хворь не берет. Ну, это... Особых недугов у меня, конечно, нет. Но вот бывает, случается редко одышка. И кашель. Вот временами. Ну, это ничего. А отдышка вам даже очень к лицу. И кашляете очень мило. А скажи-ка, Фрадина, ответь мне, Марианна меня видела? Обратила, кстати, на меня внимание? Нет, не видала. Но мы о вас немало толковали. Я ей все описала, и вы у нее перед глазами, ну как живой. Уж как я вас расхваливала. Пойди, мол, поищи такого мужа. Молодец, молодец, правильно. Ой, сударь, у меня к вам просьба небольшая. Боюсь забыть, я в суде тяжбу завела. Да вот незадача вышла, боюсь проиграть. Денег не хватает. А если будет на то милость ваша, мне выиграть ее легко. А уж Марианна-то как будет рада. Знакомство с вами. Как вы ей понравитесь. Она от радости с ума сойдет. Молодец, Марианна, хорошо. Уж право, сударь, эта тяжба должна мою судьбу решить. Коль проиграю, раздор разорюсь. А для поправки дела мне и нужно-то всего самую малость. Ах, если бы вы видели, с каким восторгом Мария.
Марьяну слушала, когда я про вас рассказывала. Глазки у девицы разгорелись, и ей не терпится сладить дело. Скорее свадьбу, говорит, скорее! Вот ведь ты молодец, братина, молодец! Я теперь у тебя в таком долгу? А сударь, долг платежом красен. Выручите, сударь, не откажите, помогите! Вспомнил, вспомнил. Много срочных дел, надо писать письма. Сударь, я в большой беде. Хорошо, хорошо, я распоряжусь, вам дадут карету, и вы на карете поедете на рынок. Право, сударь, но я бы вам не докучала, да нужда неволи. Ужин я прикажу подать пораньше, на ночь есть вредно. Не откажите, сударь. О, слышь, меня зовут. Ну, прощай, все, до свидания.